Доброе утро, мои дорогие. У меня почему-то голос садится. Столько я разговариваю и кричу с детьми. Моя мама встала в 7 часов, она уже вышла из дома. Она очень любит базар. Но у нас базар, нужно ехать не в городе, он не в центре. И вот она всегда думает, что там все дешевле. И сейчас пришла и говорит, зря я поехала. Зелень только там дешевле, за зелень не стоит. Фрукты у нас можно купить тоже здесь поблизости, вы видели. С утра большой привоз, и все люди покупают с утра. А днем к вечеру уже что остается. Вот купила она такие огурчики, купила помидорчики, зелень купила, щавель будет делать, щавель, зеленый борщ. Чеснок. Я уже сейчас, мы встали рано, потому что хотим с детками пойти на море. Принесла она ткемали уже. Будет готовить зеленый ткемали. Вот такая у меня мамуля. Уже кукурузу поставила. Слушай, а может я пойду сейчас? Я помыла фрукты. По дороге булочек куплю. В общем, одеваемся, идем на море с утра. Потом мы идем по гостям целый день. Я сама дама. Я очень устала, но пойду сейчас, я села, может, лаваш спекли, да возьмешь лаваш, мы сюда возьмем, поедем, я лаваш. Не надо лаваш, булочки, мы сами пойдем купим, не надо, раздевайся. Туда как не корите, там лаваш. Не надо нам лаваш, все, друзья мои, собираемся идти на море прекрасного нам выходного воскресенья и вам. А вот и я. Дочка мне одолжила свой сарафанчик открытый. Купили бублики. Здесь очень хорошая, кстати, возле нас пекарня. Да. Мне очень понравилось. Стоят такие бублики лар. Огромные, горяченькие. Море, как Мика. Как Мика. Подпишитесь на канал. Да. Вот моя сестра говорит. И напишите комментарий. Вы свой брат любите или сестру? Рахтушка моя, пошли мы на море. Посмотрите, какая собачка красивая. Так, идите. Идите вперед, идите. Бегом, бегом, бегом. Вот тащут, тащут они. Тащут они. И бабуля тащит. Его мама. Скорее, Ирмочка, скорее. И мою бабулю встретим сейчас, она где-то ходит. Бабуля твоя дома. Она на базаре. А, она дома. Ты что, забыла, что ли? Я забыла. Как классно с утра. В 9 часов сейчас, но да. Не так жарко. В это время в Мерсине уже знойная жара, можно так сказать. Но в следующий раз постараемся пораньше. А в Мерсине какие дома хотели? Не собрались здесь. А вы напишите трудно. В комментариях, вы давно хотели в Мерсине или не хотели в Мерсине? Напишите комментарии. Мой продюсер, директор мой. Привет, сейчас бабуля мне дала телефон, я ему дала, она сказала, ездили на улицу там. Бабулю следи. Да, вот. Мы идем сейчас на море, вот бабуля. Смотрите, сколько людей там. Вот она. Море с утра чистое. Смотрите, сколько много людей с утра. Зайдем в водичку, посмотрим. Холодная водичка? Ой, какая хорошая. Надо так постоять. Мари, иди сюда. Мари! Мари! Иди. Всем привет, я уже поплыла. Всем привет. Помогите. Поплыла. Покажи, как плаваешь. Покажи. Я не знаю плавать. Не умею. Ой, ныряет она, Мари. Молодец. Чувствую, так сейчас я. Иди ты тоже купайся. Бабулина принцесса моя.
Иди купайся, бабуля. В общем, начали мы купальный сезон. Тэмми, Арка придет. Все, сейчас то я, бабуля придет. Пойду я, друзья мои, покажу им класс. Хочу познакомить вас с Нончиком. Нона моя кума. У меня очень много крестников, как вы знаете. И вот мы с ней встретились на море. Море замечательное. Нона, расскажи, как жизнь Ничего здесь. Ничего не буду я рассказывать. Расскажи жизнь, как в Грузии. Отлично. Ну, дорогая, да? Ну, перестань. Дорогая жизнь. Дорогая, не стесняйся, Нона, не стесняйся. Мы сидим такие полуголенькие, простите нас. Вот. Нона, и мы знаем друг друга очень много лет. Да? Сколько лет знаем? 19-20. Где-то 22, наверное. Да. Сейчас Георгию 27, 26, 26 Георгию. И ему только Георгий родился, мы знаем. Познакомились. Да. Вот, видите, около 30 лет. У меня очень много таких знакомых здесь. Конечно, знакомых. Ну, конечно. Родилась и выросла здесь. Вот сидим, болтаем, как время прошло незаметно. Не наговоримся ли. Нона уезжает через 2 дня, и вот мы не увидимся. Может быть, уже и увидимся. Ну, когда? Может быть, пораньше приедем. Может, это приедем, грубо говорить, 10 дней. Если вы Мерсин приедете к нам, то... Да хочу приехать, очень он хорошо. Не хочет. Не то, что не хочет, он все время говорит, да. А я ему говорила, он хочет. Хочет, я знаю, что он хочет. Пора никак не приедет. И не поедет, и не соберет. Не, поедете. Да, то ее море плавает, море. Капитан почти. Да ну какой там капитан? Ну почти капитан сколько времени. А мои дети плавают, никак не накупаются, посмотрите. Не могу их загнать. Сейчас чуть-чуть, полчаса мы посидим и будем идти домой. Идем мы домой. Мария сейчас вам расскажет, как она не слушала бабулю. Расскажи. Да, бабуля за то, что она не слушала, купили мороженое. Но не слушала. Вы представляете, третий раз зашла в воду и купила я сейчас вот такую голубику. А ну покажи, Феми. Хочу их приучить. Они не знают, что это такое. 12 лир килограмм стоит. 12 лар, то есть. А мороженое покажи. Взяли сегодня другое какое-то эскимо. Вот такое. Будем пробовать. Толия фирма. Это с палками. На палке, да, эскимо настоящее. А ты расскажи, почему ты бабулю не слушала? Расскажи теперь. Расскажи. Как же руки как будто помыть. Раз и нырнула. Вот такая вот. Ну, извинения попросила меня. Мы ее оставили, она сама потом бежала за нами. Вот так не будешь слушать бабулю. Все. Как собака побежала. А вечером мы идем к нашей Китуше. Она нас ждет. Кэти, помните, приезжала Мерсин на заработки? Вот сегодня идем к ней домой. Наконец-то деловая бабуля собрала троих внуков. Хорошо, да! Очень вкусно нам спать, да. Мне разрешили снять. Сегодня обнаружила утром этот магазин. Да. И в следующий раз снимем вам покажу. Да, Мария? Да, мы сейчас идем в Кэти. Какая у меня принцесса? Все да, я самая красивая. Звезда Ютуба Кэти вернулась. Друзья мои, вы спрашивали, где Кэти? Вот она, посмотрите, какая. Здрасте. А ну свет включи, свет, чтобы... Посмотрите, пришла я Кэти, не можем наговориться, а ее невестушка третьего ждет, девочка у них будет. Привет. Мы сами, Гогу. А вот мои с ума сходят, Майк. Всем привет. Она вообще берет сама будущий блогер. Алмазы нам, да?
Всем привет, мы снимаем. Там, там, иди там. Маленьких хотел, сейчас иди губа хабу. Иди, бабуля, смотри. Качмар, смотри, радует. Это качмар, смотри, помидит. Иди, посмотри. Пока-пока. Хобы помидит. Чемечку я не все. Посмотрите, сколько у нас детей много. Раз, два, три, четыре, пять детей. А Кэти ждет третью внучку. Вы видите, как я разговариваю по-турецки? Кэти, расскажи, как тебе здесь, в Грузии? Да, очень хорошо. Хорошо, лучше, чем в Турции работать? Да, да. Все, многие спрашивают, где Кэти потерялась, а где вообще она, работает или нет. Кэти сбежала. Ну, это нужно было тебе пройти через это, чтобы... Сейчас ты работаешь, расскажи. В клинике, расскажи. Я работаю в клинике. Да, очень хорошо, очень. Работает старшей медсестрой. Старшей медсестрой. Я не жалею, что приехала в свой родной город. Так что, моя золотая. Конечно, я скучаю по моей Светочке. Ну что делать? Люблю, целую. Пока. Спасибо за интервью. Короче, друзья мои, я тут с Кэти пообщаюсь чуть-чуть, покажу вам ее невестку. Красивая такая у них свадебная фотография. Посмотрите. Вот, сейчас третьего ждут. А вот ее. Это маленькая. Видео снимаю. По-турецки как сидеть? Вот так. Ирма тоже умеет наш погаться. Эфти там гамом ходит? Нет. Андрей, эфти ориса, анде мы гамом ходим? Андрей, мы гамом ходит тоже. Деме, Андрея. Мы вышли от Кэти, посмотрите, какая красота. А как держат меня дети? Это за этот карман, это за этот, потому что бабуля снимает. Бабуля, посмотрите, какой. Красивая, какой Батуми. Я Батуми видела, я не помню Батуми, я запуталась. Потом я запуталась. Посмотрите, какой красивый Батуми. Мы с детками идем по бульвару. Сын меня потерял. Дочка-то тоже была с нами вместе. И побежала опять на работу. И вот разными цветами переливаются дома. Запах шашлычков. Кафешки работают. Маски не вижу никого. Сейчас Кэти говорит, с 15 августа, говорят, вроде бы опять закроют все. Почему? Потому что, говорит, детская будет корона. Я, ну, вот такие уже слухи идут. Четвертая волна детская. Не дай бог, конечно. Ирма, держи меня за карман. Я ресторан пойду. Бабуля. Какой ресторан? Какой ресторан? Гулять надо. Ресторан потом пойдем днем. Я же сказала вам. Вот. Такая красота. Так много людей на набережной. Подпишите на канал обязательно. А то мы так уже все устали. Снимать вам видео, да? Вы не подписываетесь? Подписывайтесь. О, здесь музыканты. Посмотрите, сейчас музыка. Музыки. Послушай музыку. Ну, не поют они, бабуля, чтобы слушать. Дети такие счастливые. Они ютубером. Бабуля столько им времени уделяет. А мой Эндер завтра уезжает в деревню. Только что мы общались с ним. Он с старшей сестрой, с племянницей едет в деревню на Байрам. Курбан Байрам.
Завтра понедельник, у меня столько дел. Одни документы, вторые. Все буду готовить. Юстицию опять, потом с дочерью надо поехать, чтобы она согласие написала зятям на то, чтобы я детей, что я детей могу с собой забрать в Турцию. Ну, конечно, на нашей набережной Мерсин такого нету. Веселье, красоты. Как в Батуми. Ресторан работает, такой красивый ресторан. Можно я не завтра приговорю? Да, завтра. Теми, держи меня за карман, девочки твои. Деточки. Это тоже какой-то новый ресторан, а это греческий. Подойдем поближе. Посмотрите, друзья мои, как все красиво, это греческий. И на Митя. А это? На Митя, танцуют. Идите сюда, день рождения у кого-то. Сколько людей на набережной. Сейчас Эндеру, для Эндера снимала видео. Нет, мы уже идем домой. Смотрите, друзья мои. Какая собака красивая. Столько собак, Мари, не наступи на собак. Это все Батуми. Какая красота, не могу насмотреться. Посмотрите, поющие фонтаны, друзья мои. Всем привет, напишите комментарий. Вы любите или не любите? Это красиво или не красиво? Дай бабуля ручку. Настоящий Дубай, да? Это что я поднимаю? Да. Это вы знаете, ребят, что это я поднимаю. Всем привет! Ресторан вот вы увидели. Это, а вы напишите. Нет, вы на красную кнопку подписаться нажмите, и она станет серым. Спасибо. Ресторан! Танцуй. Моя артистка. Потом и слава Богу, вот ночь. Посмотрите, Ирмочка, как сидит. Нифига себе, принцесса настоящая. Вот Ирмочка. А, так не делай, так будет плохо. Вот бабуля пришла из Мерси. Эндер там только мой брат, как вам и говорила, мой брат сделает... Прививку она сделала, прививку, а вот она сейчас сходит. И вот, вот. Сидим чуть-чуть, отдыхаем, много ходили, сейчас скоро домой пойдем и будем... Да, посмотрите, а мы сколько вообще ходили. Даже не видно люди там сколько. А вот там вот дом строит, очень далеко дом строит. Всем пока-пока. Вот так у нас весело.
Ой, Санремо, знаменитый ресторан наш.